Итак, испытание в машине. Значит, включаем USB. Так, работает. Проверяю, что он вообще в принципе работает. Так, пищит, значит, коншина активная. Ну, поехали. Заводим. Значит, один писк – это слишком низкие обороты, два писка – слишком высокие обороты при нажатом газе. Так, есть небольшая задержка, по-моему, на 3 сообщения. То есть 3 раза он лишних пищит. Итак, еще раз. Газуем, сразу начинает. Так, 2000, нормально. Да. В общем, остается поправить лишние сигналы. Нажал. Раз. Отпускаю. Раз, два, три, четыре. 4 лишних. Есть.